На сегодняшний день вывезено уже около 1500 тонн. В процессе задействовано 1,5 десятка большегрузных машин. В ближайшее время их количество увеличат примерно вдвое. На сегодняшний день по результатам обследования и замеров здесь находится 52 тысячи кубических метров. Если пересчитать на тонны, это порядка 27-25 тысяч тонн. Мы рассчитываем где-то порядка выйти на 600-800 тонн в сутки. Напомню, в канун Олимпиады все свалки твердых бытовых отходов были рекультивированы, и мусор стали отправлять на другие полигоны Краснодарского края. Однако коммерческое предприятие не справилось с большими объемами. Де юре мусор вывозили, и с населения за эти услуги деньги брали. Но на самом деле отходы большей частью оставались на территории мусоросортировочного комплекса. Год назад мэрия Сочи потребовала от руководства предприятия решить проблему, но этого сделано не было. Весной мусоросортировочный комплекс исключили из системы утилизации отходов. Их стали перегружать на временной площадке. Увеличение объемов мусора удалось остановить, а сейчас начали вывозить и то, что скопилось в предыдущие месяцы. По информации мэрии, на это потребуется до 1,5 месяцев.